Франциск тоже был, хотел участвовать в крестовом походе. Отец купил ему коня, обмундирование, все, шлем, латы. И он не доехал, ни докуда не доехал. Он странной болезнью был сражен. Он еле живой вернулся, приполз домой, ну и умирал. И, собственно, с этого начинается фильм. Вы знаете ли, конечно, фильм замечательный, как он без памяти лежит, как любящая мама там пот вытирает, водички приносит, загораживает окна, чтобы солнце его не тревожило. И вот он, наконец, приходит в себя и смотрит, а там птичка за окном прыгает, а это у него чердачок какой-то. И он выглядывает, шатаясь, выбирается на конек крыши, где прыгает птичка. Он к ней протягивает руки, а птичка, тык. Он опять шаг по крыше, по коньку. За ней, а птичка, шик. А он за ней, и уже улица собирается, не дыша, смотреть, как он. Поэтому, в общем, понимаете ли, он все-таки птичку эту в руки взял, и началось его выздоровление, и началось его прозрение. Он вдруг увидел, как дик прекрасен мир. Он сидел часами, разглядывая цветы. Я его понимаю. Он слушал птиц, еще весна была. И он вдруг увидел, вот отец, чем он занимается? А отец торговал награбленным. К нему задешево все эти парчи или какие там ткани, бархаты, что там выделывали. И он пользуется наемными рабочими, которые живут у него в скотских условиях. Там у него и красильный цех, и они дышат этими испарениями. И новорожденные дети в этом цеху где-то валяются на каком-то тряпье, потому что мать заработать хочет гроши, и ребенка с собой берет. Понимаете ли, и он от красоты цветочков, он взор перевел на страшную нужду и страшное богатство. И он сказал, понимаете, в чем дело, он речь потерял после этой болезни, он не мог говорить ничего. И вот его речь обрелась, когда он стал говорить, что не нужно этого богатства. Отец на него, потому что он стал, он что сделал? Он все эти его ткани стал выбрасывать, чтобы люди забирали их. Отец схватил его, как обезумевшего. Приволок его падре, епископ, кто там, священник, на сына с жалобой. И Франциск говорит, зачем это все нужно? Бог дал человеку дивную землю, дивную природу. Что мы делаем? В общем, понимаете ли, в фильме он все с себя снимает и отдает родителям. И так... Как-то в чем мать родила, уходит. Уходит. Он говорит, госпожа, моя бедность. Это странствующий, нищенствующий орден. Из кого он будет состоять? Из него одного, и постепенно будут возвращаться с крестовых походов его друзья, с которыми он когда-то играл, скакал на лошадях. Они возвращаются внутренне убитые, побитые, потому что жестокость... С одной стороны, жестокость, с другой стороны, бессмыслица этих походов. И они присоединяются к нему. И они образуют такое братство. Французская идея была служить людям. Служить людям, ничего не имея. Ты встречаешь нищего, он ему кланялся до земли. Потому что это брат его. Я была так вдохновлена всем этим. Я подумала, я что же могу? Я всех немощных через дорогу переводила, я в автобус их подсаживала, в поликлинике всех беременных благословляла. Вы понимаете, мы можем служить. Все время. Куда ты не пойдешь. Я и сейчас верю, что когда я иду и воспеваю Христу или молюсь, освещается у меня улица. Или когда я еду в метро, и я смотрю любящими глазами на всех, здесь ничего плохого не произойдет в этом вагоне. Понимаете как? Франциск меня вдохновил очень, на очень многое. И для этого не нужно никаких денег.
И ты можешь это вот делиться. Ну и понимаете ли, это фильм прекрасный. Там была девушка, которая, ну как бы мы сказали, влюблена была в него когда-то. А потом она поняла, что совсем другой. Ему совсем не то нужно, что всем парням ее округи. Она, там есть сцены, когда к ним сносят всяких убогих и больных, и они около ручья омывают чистой водой, ласкают, говорят слова утешения, из Библии читают. И люди как-то поднимаются. И вот она кричит его имя, и она бежит, вот овраг, она бежит поверху. И вы понимаете, в чем дело? И вот они встречаются. То есть всякие объятия или всякие что-то такое, это такая малость, такая ерунда. Они останавливаются друг против друга и смотрят друг на друга. Она говорит, Франческа, я тоже хочу, как ты. И потом они ее волосы обрезают, постригают ее. Дядя приходит. Франциск. Там в моем фильме дяди не было. Ну, в общем, понимаете ли, что он организует три ордена. Первый орден странствующих благовестников, второй орден женские, на Клара ее звали, Кларис, и она будет там настоятельницей. И третий орден. Там у них такая сцена есть, когда они идут по городу и льет дождь, а они воспевают Христа, и живут они под одеянием, то, что когда. И проходят они мимо распахнутого окна, где молодая, красивая, полнокровная мать, она и пироги печет, и ребенка хватает покормить, тут у нее грудь открыта, и пироги тут, и один из них задерживается. Картина какая! Семейная жизнь, пироги, дом, ребенок. И он зачарованно смотрит там. И потом говорит Франческо, я не могу, как вы. И тот ему так любовно говорит, голубчик, говорит, так мы же не связаны никаким обетом. Что было бы с землей, если бы все были бы, как мы? Очень хорошо. Женись, имей детей, имей, трудись. И поддерживай нас, и молись за нас. И так родился третий орден, как-то назывался, не помню уже, то ли простых людей, то ли... Они не были с ними, но они вот так поддерживали их, разделяя их идеалы, но не в силах вести жизнь скитания сиротства. А теперь кульминация всей этой истории. Злые люди, они там построили какой-никакой такой убогий храм, а музыка какая? И вот в этом храме Фаритию совершает. И тот нищий, который когда-то в красильном цехе у отца работал, он является звонарем здесь. И вот обнаруживают они, убит он. Какие-то разорена их маленькая церквушечка. И Франческа сидит и всем повторяет, почему? И кого спросить? Почему? Почему нельзя жить, вот как они живут? Почему кому-то это плохо? И он решает идти к папе, задавать этот вопрос. И кульминация всего, как эта банда голоногих оборванцев приходит, добирается до Рима, добирается до папы, приходит в собор на какое-то торжественное богослужение, ночует там в этом соборе, потому что где ночевать? И вот этот папа, там лестница такая, и наверху сидит этот папа, и это оборванцы тут. Какой-то один из их тоже бывших друзей, который не присоединился к ним, написал ему по латыни обращение к папе. И вот этот Франческо, когда, что вы хотите, он начинает читать это послание, спотыкаясь, там все, потом откладывает в сторону и говорит, почему? Почему мы не можем жить, как птицы? И цитирует Писание.
Посмотрите на лилии, посмотрите на птиц небесных. Посмотрите. И папа вдруг как-то просыпается, приходит в себя, спускается он. Нет, сначала команда такая, убрать этих возмутителей. Что они тут бунт поднимают? Они еретики, ну, такое слово хорошее. Еретики, бей их. И понимаете ли, и тот молодой человек, который написал ему текст, который был когда-то с ними, а сейчас не с ними, он потрясенный стоит, а потом бежит к ним. И Франциско его отводит и говорит стражнику: он не с нами, это вот нас возьмите, а он пусть идет. А тот отводит руки стражника и говорит: я с ними, я с вами. Когда их арестовывают, когда их выгоняют, в трудные минуты он говорит: я с вами. Его сердце не выдержит от всех этих слов. Франциско его, конечно, в объятия принимает. И вдруг папа, придя в себя, говорит: верните их, верните. Они возвращаются, и папа медленно-медленно спускается с этой огромной лестницы и говорит: сынок, я тоже когда-то был молод и думал, как ты. Ты пробудил во мне все эти мечты. И пусть ты будешь благословен и ты, и ноги твои. Он спускается на колени и целует ему ноги. И это исторический факт. Кому? Франциску. Папа Франциску. А тот, который гнал их, говорит: нас мудрый папа, он понимает, как привлечь к себе огромное количество бедноты, которое будет теперь за него. Это будет папа Иннокентий III, один из могучих, замечательных пап, который пригреет этих странствующих благовестников вместо того, чтобы уничтожать их, как альбегойцев, вальденцев, катаров. Ну вот, понимаете ли? Это его заслуга, что он их вот привлечет. Это который он стал. Да, Иннокентий III. И он соберет потом второй его Латеранский собор, где он приструнит всю католическую церковь, где велит, чтобы обязательно был учитель Библии в каждом соборе, а учитель учителей в каждом соборе, а в каждой церкви должен быть наставник, учитель богословия, и в каждом соборе тот, кто будет этих учителей учить. На основании этих соборов впоследствии родятся университеты, в том числе на основании Нотр-Дам де Пари, собор Парижской Богоматери, родится первый университет во Франции. Это дальнейшая уже история на базе тех учебных заведений, где учили священников, епископов других церквей, будут образовываться уже первые университеты, естественно. Вот понимаете ли, это что? Это все связано с крестовыми походами. Поэтому, когда слышите крестовый поход, вы не спешите черной краской только мазать, потому что черной краски достаточно. Это были убийства, это были грабежи, это были трубадуры, это было рыцарство, это было понимание рыцарства, дошедшее до нашего времени. Мы понимаем, это рыцарь, мы говорим, он рыцарь, да? Это какой-то благородный, бескорыстный, принципиальный человек. Вот какие были такие рыцари. Так, дети мои, на этом я историю прерываю до того времени, как я сюда снова к вам приеду. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.